Привет, ребята, опята. Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать поистине зимнюю песню, а именно ранетки «Зима-зима». И для начала давайте послушаем, как она играется. Кто виноват, что стало вдруг одиноко? Кто виноват, что за окном холода? Растаял снег, и стали мы так далеки. Виной тому она, зима-зима, 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 на-на-на-на, зима, на-на-на-на, зима, зима-зима, зима-зима. Вся песня состоит из 5 аккордов, и первый аккорд в куплете – аккорд АМ. Мы ставим палец на 4-ю струну 2-го лада. Следующий аккорд – аккорд G. Мы ставим палец на 3-ю струну 2-го лада, на 1-ю струну 2-го лада и на 2-ю струну 3-го лада. Дальше идет аккорд F. Мы ставим палец на 2-ю струну 1-го лада и на 4-ю струну 2-го лада. Далее мы играем аккорд Е, но так как в первоначальном виде аккорд Е немного тяжеловато играть, поэтому мы будем играть его вариацию. Ставим палец на 4-ю струну 1-го лада и на 1-ю струну 2-го лада. Давайте повторим аккорды в куплете. А, М, G, F, E. Еще раз. А, М, G, F, E. Теперь разберем аккорды в припеве. Мы играем также первый аккорд АМ, а далее за ним идет аккорд ДМ. Мы ставим палец на 2-ю струну 1-го лада и на 4-ю, 3-ю струны 2-го лада. Далее у нас идет аккорд G, затем аккорд C. Мы ставим палец на 1-ю струну 3-го лада. Далее за ним идет аккорд F, заново DM, опять F и E. Давайте теперь все это соединим. A, M, D, M, G, C, F, D, M, F, E. Перебор и бой песни. Перебором мы играем куплеты, а припев мы играем боем. Перебор в песне такой. 4-3-2-1-2-3-4-3-4. Еще раз. 4-3-2-1-2-3-4-3-4. Этот перебор мы играем на каждый аккорд. Какой же бой в песне? Бой в песне очень простой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вот и все. Но если тебе понравился этот разбор, это же ранетки, как они могут не понравиться, камон, то можешь поставить этому видео лайк и нажать на вот этот вот колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения моих новых видео. Также не забывайте писать в комментариях, на какую песню мне сделать следующий разбор. Ну а с вами была Дарья, скоро увидимся, пока!